лето, есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Встречать, не впервой бездорожьем идти, будет солнце на небе сиять, и черемуха будет цвести. За рекою вдали пламенит закат, и плывет не спеша туча странница. Россия, песен соловья, неизбывной верою сильна, набежавшей грусти не тая. Надрываясь, кричит воронье, словно вновь наплывает беда. Но Россия величие свое все равно не отдаст никогда. За рекою вдали пламенеет закат, и плывет не спеша куча страница. Травами луга, потерпи, Россия, подожди. Здравствуйте, дорогие мои! С вами передача «Лаврские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях вокальный ансамбль «Мелодия» Агалатовской средней общеобразовательной школы, руководитель художественный Лариса Петровна Никитина. Здравствуйте! Девчонки, вы меня радуете своими голосами. Сразу видно, что вы занимались вокалом,
У вас очень хорошо подобранная тембра. Вот, это, видимо, как-то вас руководитель нашел. Или, вот расскажите, как вы стали петь, как стали выступать, как вообще вот, ну, вышли на сцену? Ну, песня, которая сегодня прозвучала, «Россия, Россия останется», она для нас была очень счастливой, эта песня, потому что с ней мы стали лучшие на православном конкурсе «Зимняя сказка», получили специальный приз, но до этого мы уже 2 года были как коллектив. Начинали мы, когда им было 14 лет, это как идея окончание 8 класса, просто они ходили и пели. То есть я их слышала, как они поют. Вдвоем им очень нравилось петь. Я слышала, что у них очень хорошо подходят голоса. И я им предложила поучаствовать в конкурсе, который был посвящен 70-летию Победы. И мы первую песню пели «О той весне». И стали лауреатами. Ну, и дальше вместе. И они и не только стали у меня петь вместе, но они и встречались, и дружили. В общем, а где это происходило все? На какой базе? В школе. У нас в школе я учителем музыки работаю. Угу. Вот, они у меня пели на уроках, поэтому я их слышала. После уроков, до уроков, на переменах приходили, играли на фортепиано, пели. Вот, потому что они учились еще параллельно музыкальной школе. Угу. То есть у них есть профессиональное музыкальное образование. Уже закончили, да? Да, уже закончили. Лена уже даже по классу гитары закончила. Да. Угу. Вот. И дальше вот наше сотрудничество развивалось и по сей день. Оно развивается и не угасает. Мы уже поучаствовали во многих конкурсах. И первые места занимались, и с лауреатами. Вот. Ну, но надеемся, я... что дальше да. тоже. Да, продолжим. Я живу в Агалатово и ничего про вас не слышу. Я тут, оказывается, у меня под боком такой прекрасный коллектив. А, ну, хорошо, сейчас вы поете. Вы в 10 классе, да? Да. А дальше что? Не знаете, что будет? Поступать куда? Ну, вы собираетесь вместе дальше вот, петь? Или как конечно. Жизнь? Да? Надеемся, будете, что будете да. держаться друг за друга, да? Мы же петь стали особенно хорошо, когда пошли в церковь. Угу. Там уже мы и сблизились, и, наверное, на церковное пение помогло нам найти наши голоса. И мы еще учимся, но у нас уже вот какие-то итоги такие подошли благодаря именно церковному пению. Ну, я просто уже с вами в концерте участвовал в воинской части. И видел, что у вас большой диапазон, и вы сами сочиняете песни, и вот такие патриотические песни, и церковные, ну, и репертуар очень интересный. Но вот очень интересно, что именно церковное пение. Вот я первый раз такое слышу, что оно как-то помогло найти голос, да, и как способ выражения. Ну, а капельное пение, оно же способствует, они слышат друг друга, они подстраиваются да. друг к другу, они чувствуют друг друга, конечно же, и интонирование становится лучше. Именно капельное, то есть когда вот музыкальный инструмент не вмешивается в голоса, а чем больше они поют вместе, рядом, то есть, конечно же, у них голоса развиваются, и они становятся как единое целое, понимаете? Да. То есть их невозможно как бы разорвать, они стали вот как единое целое. Вот. Удивительно, удивительно. Да. Для меня это вот, ваш дуэт – это открытие. Вот я не хочу вас хвалить, потому что вы, может, вдруг зазнаваться начнете. Нет. Только учитесь зазнаваться? Нет, мы только учимся петь. Они еще только на пути к своей вершине. А вот что бы, допустим, из церковного пения, если вы говорите, что вы поете сейчас в храме, да? Да. Что бы вы могли вот такое предложить послушать? Богородица. Ну, поете? Угу. Дочку я. Значит. Татуля, пожалуйста. Богородице, Дева, радуйся.
благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, я Господа родила еси душ наших. Спасибо. Значит, у меня столько сразу, ну, ассоциаций, вопросов. Спасибо большое за пение ваше, чисто. Как сейчас вот в 10 классе? Как вот вас там воспринимают? Вот вы в храме поете. А как вообще школьники относятся к религии сейчас? Не насмехаются никто? Как вы вот сами держитесь? Ну, это же надо как достойно себя держать. Никто как бы не... Нет, сейчас нет. Нет? Батюшка, нет. Такого с уважением сейчас относятся? Нет, сейчас уважение, да. Я хочу даже сказать, что я работаю же учителем музыки. Угу. И очень долго я обходила темы православные, да. Честно, потому что сама, скажем так, плохо владела этим вопросом. И вот пришла в церковь благодаря отцу Петру. Вот я труждаюсь тоже в Ложговском храме Георгия Победоносца. И, в общем-то, тоже пришла через музыку. Тоже захотела попеть. И вот это пение меня, опять же таки, привело к веру, к Богу привело. И эти темы я уже не стала обходить. И, конечно же, я на уроках даю и рассказываю о самых больших праздниках, и Христово воскресение, и Рождество Христово. Они у нас есть в программе. Угу. Вот. И поэтому сейчас дети с удовольствием и слушают с удовольствием очень, если я включаю песни, угу, духовные песни. Они замирают и, знаете, они совершенно по-другому себя ведут. Поэтому сейчас, но мне вот очень комфортно сейчас работается. Именно... В наше время смеяли бы. Да, да, смеяли и обзывались бы. Да, я вот из того же времени, и поэтому мне было самой даже очень сложно перестроиться, чтобы давать эти темы. Ну, потому что классы у нас не только там учатся православные дети, представляете, да? Что когда я начинаю об этом рассказывать, многие родители и пишут, и звонят, и приходят, но мы всегда находили компромисс, то есть всегда находим компромисс, потому что я говорю так, что православие научит только доброму. Вот, плохому ваших детей не научат. А у вас классный руководитель, как ее зовут? Марина Александровна. Марина Александровна, да. В школе? Да, в школе, в вашем классе, да? Да, Марина. Вы сейчас поете в 11 класс, и она вас до конца, да, будет вести? Да. Марина Александровна. Можете ей передавать привет. Здравствуйте, Марина Александровна. Спасибо вам большое, Марина Александровна. Тоже за то, что вы такую умеете создавать атмосферу, и вам, Лариса Петровна. Именно хочется сказать спасибо нашему хормейстеру, благодаря которому мы стали вообще общаться. Мы всегда учились в параллельных классах, с Ариной никогда особо не общались. Познакомились мы именно в музыкальной школе. И вот когда к нам пришел новый учитель по хору, она заметила наши голоса и как-то постепенно начала нас объединять. Потом мы узнали, что она регент в храме, и нам стало интересно, мы с Ариной уже стали так общаться хорошо. И мы пошли на службу. И так мы постепенно начали учить разные произведения, петь. Нам это безумно понравилось, и благодаря этому мы сдружились. И именно она поставила, наверное, наши голоса. Ну да. А как вы думаете, это все повлияет на вашу будущую жизнь? Конечно. Да? Я 3 года назад, я думаю, мы и представить себе не могли, что будем петь в храме, что мы вообще будем петь вместе, что музыка станет частью нашей жизни. А что, не современные девчонки, что ли?
На современные девчонки, да? Конечно. На дискотеках зажигаете? Поем. Да. Бывает? Да. Ну, а музыка, ну, уже дальше. У вас какого-то, вы уже почувствовали, да, что, ну, вот, очень многое в жизни же познается в сравнении, да? Есть духовная такая, ну, радость, благодать, mm-hmm. а есть радость такая другого рода, да, которую можно там, выпил там пиво, значит, или джин-тоник, и тоже радуешься, да? То есть все познается в сравнении. Только потом голова болит, да, от той радости. Да. Это неправильная радость. Да. То есть это вас к какому-то здоровому образу, да, к целомудрию, к чистоте призывает, да, вот это? Наверное, все-таки да. Да. А родители ваши как к этому относятся? Гордятся. Гордятся? Очень гордятся. То есть не приходится там... Постоянно слушают песни. Мы постоянно поем, они ходят, слышат, как мы поем, думают, о, это Лена с Ариной идут. Ну, то есть они уже... То есть если услышишь боговатого пения, значит, это идут Лена с Ариной. Лена с Ариной, да. Ребята нас уже там начинают говорить, о, нет, только, пожалуйста, не надо больше петь уже, потому что мы уже своим репертуаром всем уже прожужжали. На уроках поем. А? На уроках поем. На уроках. Один раз учительница проводила урок, она на доске рисовала какой-то график функции, и никто ничего не понимает, и какое-то было молчание неловкое, но мы с Ариной думали, надо спеть, наверное, как-то паузу заполнить. В общем, мы пели, учительница молчала. До конца урока мы пропели, до конца урока она промолчала. Вот, правда, потом докладную на нас написала. Ну, а в целом, видно, ей понравилось, раз она молчала. Интересный факт. Когда в Копыле пели, мы вот было открытие «Зимней сказки», мы пели в Копыле, то есть первый раз мы попробовали петь в этом удивительном зале, а там же поются без микрофонов, для нас это было целое открытие. Была Аринина бабушка, приходила, она сказала... Ленина бабушка была, она сказала, боже, говорит, это было просто божественно, вот они вторые мы были по счету. Ну, конечно, сложно, страшно было, но мы справились. Да, нам очень молодцы. Понравилось. Мы вообще эти три дня, нам кажется, мы действительно побывали в сказке. Второй день у нас был конкурсный. Мы пели четыре произведения. Одно такое очень большое, Алафеева пели. Вот, 5,5 минут. Вот, очень длинное, да. И последний день мы участвовали в Смольном соборе, в богослужении, в праздничном, посвященное Святой Татьяне. Вот. И, конечно, это было так, такое впечатление, вот, конечно, мы потом вот собирались, вспоминали много раз, и действительно, как будто переместились во времени совершенно в другое измерение, то есть просто. Да, существует духовный мир, он рядом, просто к нему люди не подключаются, и все. Ведь идешь по улице куда-нибудь, а храм, да, рядом, зайди, постой немножко, вот. Да. Остановись, прикоснись к вечности, сделай глоток, вот. Потом иди, тебе же намного по-другому же все в жизни будет. Конечно. Помолись, попроси Бога. Это должно быть все так просто, с молоком матери все должно впитываться. Вот. Но сейчас очень много искажено, я с этим постоянно как священник вижу людей просто исковерканных. То ли советским вот, представлением, кто-то исковеркан наркотиками, страстями. Вот, так что я, девчонки, вам желаю, чтобы чистоту, эту высокую духовную ноту пронесли по всей жизни. По крайней мере, вы уже знаете, что это есть. А спойте что-нибудь вот в этом же ключе, что у вас там следующее подготовили? Христос Анести. Христос Анести. Христос воскресе. Христос Анести, Экнекрон, Фанатон, Пати, Саскитис Энтис, Мнимаси Зоин, так мало. Там три раза поешь.
Спасибо большое. А вообще вы можете полностью литургию спеть вдвоем? Это будет сложно. Это будет очень сложно. Да? Мы же еще только учимся. Но вообще-то... Ну, обиход вы простой поете или вы только произведение выучиваете? Или обиходные? Вот можете по нотам два голоса спеть? Ну, там, терцию, допустим. Если читать с листа, то навряд ли. Навряд ли. Пока что это очень сложно, и кажется, что это вообще таким... Обычно мы тренируемся. Вы знаете, сейчас исполнено произведение, которое намного сложнее, чем обиход. Вы как-то противно ведете. Ну, в каком-то смысле. Сначала сложное произведение выучиваете, а там же... Это мы очень долго учили. Они, сначала, если интересно произведение, они, понимаете, они его начинают вот разрабатывать, и в конце концов они его исполняют. То есть я так понимаю, чем сложнее произведение, обтачили, тем интереснее. Да. Исполняли, то им советы разные давали, да? Как дыхание брать, как... Ой, нет. Нет, не так? К сожалению, нет. Пока что еще мы никому советов не даем, мы только советы слушаем. Ну, вот я говорю, вам советы. Вы слушали советы? Тем более, руководитель или профессионал? Да, конечно. Плохому не научить. Поэтому получилось у нас так, мы вроде как через разные храмы, но шли к одному. То есть первый наш конкурс «Почему пасхальный» получился, это вообще получился. Потому что я не знала, как девочкам предложить пасхальный конкурс. Там же особые песни надо петь. И я когда их спросила, а можем мы, например, вот не военную песню, как до этого мы пели, а вот песню, вот духовную песню спеть. Они, да, конечно, мы же пробуем уже петь такие песни. В общем-то, вот так чисто случайно оказалось, что и я пою в храме, и они поют в храме. И, в общем-то, у нас и здесь интересы даже сошлись. Да, вот. Мне кажется, этой линию-то надо дальше двигать, разрабатывать. Да, конечно. Особенно, ну, я понимаю, что сейчас многие тоже, такая открылась ниша вот, духовная, и многие пробуют себя. Вот, но многие испорчены, ну, допустим, постановка голоса. Вот, у человека эстрадная постановка голоса. И все. И он не может петь в храме, потому что у него подъезды, подноты. Манера вот эта эстрадная. И тут у вас наоборот как бы получается. Ну да, я вообще мало вмешиваюсь подачу. Они, знаете, они как-то сами так чувствуют. Мне иногда кажется, и что там, это не я их учу, а они меня учат. Потому что вот в некоторых моментах вот я где-то слышу, я где-то могу им подсказать, что тут немножечко не точно. Но со стороны всегда ты же наблюдаешь, слушаешь. Вот. Но они вот у них на какой-то интуиции просто это развито. Креатив. Как сказали ангельские голосочки, когда мы участвовали в конкурсе, они сказали, боже, а девочки-то у вас просто с ангельскими голосами. В общем-то, вот так. И все это в нашей деревне, в Галатово. Да, и все это в деревне, в Галатово. Да, я тоже стал для меня таким все роднее Галатово становится. У нас очень талантливые дети учатся в школе. У нас единственная иногда проблема, может быть, выхода нету на большие города. Это надо специально этим заниматься, искать конкурсы. Потому что городские школы в этом случае, они в более выигрышной ситуации. Потому что им приходят информационные письма, приглашения. И они просто, да, мы согласны будем участвовать в этом конкурсе. А чтобы нам участвовать в конкурсе где-то более престижном или, например, даже в международном конкурсе, нам приходится самим находить эти выходы. То есть просто так... Ну, может быть, вот эта передача, вот у вас она, эта передача будет немножко как визитная карточка. Вот передача, вы можете ее же там диск отдали, они послушали, вот вас посмотрели, не надо даже знакомиться, а вот по этой передаче можно. И я тоже, может быть, меня постоянно приглашают куда-то выступать. Иной раз бывает даже тяжело одному, вот по два часа играешь, вот, и это надо держать все во внимание, представьте себе. Бывают такие исполнители, которые после второй песни уже люди начинают, как вы сегодня, перед передачей, позевывать. Ну, начинают засыпать на концертах. Потому что очень важно все это следить. В общем, ну, у меня это получается.
Но, с другой стороны, это очень тяжело. А когда вот как-то разбавлять это все, то один, другой, третий. Мы с удовольствием с вами еще раз поедем на концерт. Давайте, вот я как-то буду вам предлагать какие-то концерты, чтобы вы немножко взбадривались. Да, пока у нас еще, вот сейчас лето, еще начало 11 класса. Конечно, сложнее будет уже, понятно, в конце 11 класса там экзамены начинаются. Очень сложно у нас, потому что и Алена Садырина пела с нами, но вот она 9 класс заканчивала и шла на диплом, на... На отлично. И очень сложно было совместить одно с другим, и пришлось вот что-то оставить. Вот она и сказала, девятый класс, он заканчивает, у нас экзамены сдает. Вот, и Алена тоже 9 класс у нас заканчивает, тоже сдает. То есть у вас квартет получается? У нас был квартет, да, вот и сейчас, вот не знаю, они, после 9-го-то у нас Алена останется, она, возможно, с нами дальше будет петь. Mm-hmm. Вот сейчас закончатся эти экзамены, очень сложные экзамены, конечно, да. И когда ребенок хочет получить, чтобы пятерки у него были везде, конечно, приходится чем-то жертвовать. Вот. А Саша у нас уходит все после 9 класса. Ну, обещал, что в гости будет заходить. Может быть, будет заходить. Но мы пока дальше, как начинали вдвоем, так дальше пока и будем продолжать вдвоем. Потому что мы начинали с дуэта именно. Наши первые все выступления были дуэт. Ну, вот... Первая часть закончилась, а вы боялись. Как? Дорогие мои, на этом передача «Лаврские встречи» заканчивается. Это была первая передача с вокальным ансамблем «Мелодия», художественный руководитель Лариса Петровна Никитина, деревня Галатова, Ленинградской области, Всеволожский район. Вот в глубинке какие у нас бывают таланты. Божьей всем помощи и ангела-хранителя. Спасибо, Господи.